Сегодня в жизни города Углегорска знаменательный день. Открывается новый городской сквер. Я сердечно поздравляю всех по этому случаю. Мы все, наверное, хорошо помним, что эта территория находилась в ранее запущенном состоянии. Здесь была нужда в проведении большой работы по благоустройству. Территория парка была расширена, установлен прекрасный новый фонтан, установлена детская игровая площадка, ротонда. Здесь созданы прогулочные полосы. То есть сквер передается в распоряжение жителей города Углегорска. И я уверен, что он станет очередной прекрасной зоной отдыха. Дорогие гости, давайте все вместе выразим, конечно, свою благодарность бурными аплодисментами этому замечательному событию. С этого момента городской парк просим считать открытым. Мы начинаем торжественное мероприятие, посвященное историческому событию нашего Углегорского городского округа, открытию памятника, посвященного жителям Углегорского района, погибшим при исполнении воинского долга. Погибших ребят. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в этом проекте, его создании и установке, и помог осуществить восстановление этого памятника. Получил военную специальность «Стрелок». Направлен для дальнейшего прохождения службы в Чеченскую Республику. Погиб в бою 8 марта 1995 года. Посмертно награжден орденом мужества. Этот солдат – собирательный образ воина-патриота, погибший за нашу Родину. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань памяти военнослужащим, нашим землякам, проявившим отвагу и честь во время воинской службы.